Здравствуйте, друзья! Приближается 28 апреля. И вы скажете, а что это за день такой, 28 апреля? Ну, так, вот день рождения у меня. Да, такой вот случай. И повод как бы появился собраться, там, погудеть, там, пообщаться. Ну, и так, как говорится, нет повода не выпить, да? Ну, там, по чуть-чуть. Вот, соответственно, соберемся мы... Я всех приглашаю, я к чему рассказываю. Я это как приглашаю всех желающих. Это будет у Олеси. Там у меня места много. Значит, в 12 часов дня, в субботу, 29-го. Вот не в пятницу, 28-го. В пятницу у меня стрим с утречка. А вот в... На следующий день, в 12, вот решили так, знаете, днем, не знаю почему. Обычно-то мы вечером собираемся, но вечером получается, что там люди как-то расходятся там где-то. Ну, там непонятно сколько времени, ну, немного, да, потому что поздно там уже не сидят, значит, надо там прибраться там и так далее. Вот, а так днем как бы больше возможностей. В общем, решили попробовать днем. Что получится, то получится. Соответственно... Там есть бюджет, там будет хорошо покушать, вкусненько. Наверное, так мы можем и что-нибудь... Но я не знаю, как днем алкоголь, не знаю, может так чуть-чуть чисто, символически. Там. Ну, если что, с собой приносите, там, так, днем. Вот, тут, знаете, сложный вопрос, вот обычно... Там Свету спрашивают сотрудники, что Мише подарить на день рождения. Вот они ее спрашивают, она говорит, я не знаю. Она, я сама не знаю, так вроде у нее все есть. И действительно, трудно, друзья, дарить что-то человеку, у которого все есть. Поэтому, внимание, как бы, что нам особо подарки-то, что мы с ними делать будем. Тут, знаете, Олеся в практическом плане как-то так вот приноровилась вопрос подарков решать, потому что люди ее спрашивают, говорят, Олеся, говорит, а что Михаилу подарить? Она говорит, ну, если не знаете, что подарить, говорит, подарите там, говорит, хороший чай. Вот и говорит какой-то там французский бренд, какой-то чай, там я никогда в жизни не слышал, или, может, внимания не обращал. Приносит мне человек чай в такую коробку. Я думаю, что же мне с чаем-то делать? Я иду к Олесе, говорю, Олесь, смотри, вот нам чай принесли. Она говорит... Это, наверное, вот такая-то девушка. Я говорю, да, откуда ты знаешь? Она говорит, так она меня спрашивала, что подарить. Понимаете, то есть она так советует, чтобы, значит, в общий котел потом. Я с удовольствием, мне нравится такая идея. Так что, фактически, если думать, что подарить, ну, дарить, несите в общий котел. Нормально. Трудно подарки дарить. Вот в СССР легко было дарить подарки, потому что ни у кого ничего нет, и все, что подаришь, все... как бы к месту. Еще была такая, я помню, идея. Вот я спрашивал там как-то, вот молодой еще был, там пошел на работу и там спрашивал, что подарить. Мне начальница, моя мудрая женщина была, она говорит, надо, говорит, Михаил, такой подарок дарить, чтобы человек сам себе такого покупать не стал. Ну, то есть что-то, может быть, слишком неразумно дорогое. Ну, вот, допустим, ты можешь купить там, я не знаю, там, перочинный ножик там за рубль. Ну, условно. А можешь купить там за 20 рублей. Вот за 20 рублей человек сам себе не пойдет покупать там, а за рубль купит. Вот примерно так. Или там, скажем, какой-то там юбочка там для девочки. Вот юбочку там, скажем, за рубль человек купит естественным образом, а вот, скажем, там за 15 рублей уже как бы дорого. Ну, вот такого плана. То есть вещь такую хорошую и такую дорогую, что нормальный человек себе сам такое покупать не станет. Что такое? Тут приходила девочка, ну, приезжала, наша зрительница, из Лос-Анджелеса. И она мне так пишет, там, говорит, вот, а что вам привезти? Я думаю, ну, что? Я говорю, ну, ты знаешь, ты там в Лос-Анджелесе, а я очень люблю, знаете, армянские магазины, хорошие, большие армянские магазины, я просто тащусь. Вот, и еще покушать тоже, вот, дети, так тоже хорошо. Вот, и Лос-Анджелес, он этим славится. И покушать, и магазины армянские, все такое там на месте. И я говорю, ты знаешь что, ну, может быть, коньячку там армянского возьми, там, такое. Я говорю, там, гадость не бери, а так, ну, что-нибудь такое, поприличнее. И она, ну, я же, у меня мысли не было, и она приходит с бутылкой за $200. Но я не знал, я
Я потом уже, когда думаю, а что это она такое принесла, пошел глянул, мать, не знаю, $200 бутылка коньяка, думаю, мне так неудобно стало. Вот, ну, вот ничего такого не надо, ребят, не надо тратиться, не надо ничего, приходить просто и все. Вот, если там коньяка, ну так, чтобы самим выпить. Ну или Олеся оставить там на будущие вечерние мероприятия, разве что так. Вот, так, это не то, что какая-то круглая дата, мне будет 67 лет, но это просто повод, вот так собраться, потусить. Нам так не хватало потусить во время пандемии. Знаете, мы не дотусившие, вот как бы целая страна, и, может быть, целая планета не дотусившая, не до поехавшая там в путешествие какое-нибудь, там, в отпуск и так далее. Я вот думаю, что сейчас так резко выросли цены на поехать куда-то, там, гостиниц там и так далее. Очень выросли цены, жутко выросли. Удвоились по сравнению с тем, что было до пандемии. Наверное, потому что люди просто сейчас реализуют вот этот потенциал недогуленного. Так что вот, приходите. А я, надо сказать, обратил внимание, я говорю, Олеся, говорю, а почему у тебя кофе такой как-то холодный, вот ты делаешь? Она достает молоко из холодильничка, у нее есть холодильничек, есть молочко, и наливает. И я чувствую, что надо бы погорячее. Сам я когда делаю, я молочко разогреваю в микроволновке. У меня есть кофемашина в Санта-Крус есть. Наш приятель, значит, который там любит погулять, значит, принес нам, поставил, ну, подарил нам эту кофемашину с тем, чтобы когда он будет идти мимо гулять, он будет заходить и выпивать у нас кофейку. Представляете, как мило. И вот, значит, стоит машина, стоит там кофеек, все такое, я могу там иногда. Но я молочко подогреваю в микроволновочке, потом туда. Вот, и да, говорит Олеся, нету, говорит, у нас вот этого прибора, который греет молочко, потому что то ли он был, то ли и сломался, то ли вообще никогда не был, я не знаю. Вот, и я думаю, ну, должен быть какой-то вклад в, так сказать, обустройство. Вот я, видите, заказал. Сейчас я вам картиночку покажу. Заказал фирма Nespresso. Вот она, Nespresso. Сейчас вот пришла мне с Амазона. Вот тоже красивая картиночка. О, видали как? Сейчас привезу Олесе молочницу вот эту вот кипятильную. И кофе. Буду теперь пить кофеек тепленький. Так что видите, как все-таки удачно получилось, что заехали мы в этот билдинг, где мы сейчас находимся. И тут вот у нас такие соседи. Смотрите, у нас получается Олеся, тоже у нас на канале, можно сказать, звездит. И Юра, который когда-то у меня учился в 2000 году, а теперь вот автомобили продает. И тоже в нашем же здании, и тоже у нас на канале. И мне вот сейчас люди пишут, что-то вы давно Юру не показывали, что там у него на парковочке и так далее. То есть так. Удачно, удачно. Хорошее здание. Я думаю, кто там еще к нам подселится, даже вот не могу сказать. У нас за стеной женщина, она из откуда-то, из бывшей Югославии. Не скажу, из какой части конкретно. Не помню. Зовут ее Весна. Типа Весна. И там у нее тоже там русскоязычная женщина работает. А само это здание стоит на обслуживание. Стоит на обслуживании у Руслана Хусниярова. То есть он им там кондиционеры, там вентиляцию обслуживает. Знаете, какое проникновение нашего брата в американскую жизнь. В хорошем смысле. Так, ну что, можно сказать, что я приехал на работу и с вами потрындел. Надо иногда, знаете, так вот. Как вот муж приходит домой, и там вот, ветеринар, и жена, и какой-то он такой, ну, смурной. Жена говорит, ну, что на работе, расскажи. Ну, как ты его пытаешься? Говорит, ну, что? Говорит, осеменение делали там. Он говорит, ну. Говорит, ну, что осеменяли? Он говорит, ну, а что-нибудь? Он говорит, ну, вот коровка молодая, там, говорит, совсем молоденькая, вот мы там осеменяю. И, знаете, они перчатки одевают, и там. Ну, вот, она говорит... коровка, она говорит, а поцеловать?
Понимаете? Вот. Так и я, друзья. Сейчас, Юра-то не видать. Так частенько, знаете, так вот подъезжаешь. Я обычно, конечно, позже. Раньше подъезжаю, извиняюсь. Раньше, потому что сегодня у меня аппойтмент был к врачу. Такой телеаппойтмент. Урок отучил. С врачом целый час мы с ним там общались. В общем, про диету всю нашу. Кстати, у меня рекордный вес сегодня. Рекордно опустился. Я ушел ниже 86 килограмм. То есть, когда я начинал, у меня было 91,5. То есть, 1,5 кило с той стороны. И еще 4 с этой. Да, это уже получается 6,5 килограмм. И еще 100 грамм. То есть, у меня было 85,900. Вот, так что 6,5 килограмм за 3 недели. Представляете? Ну, 3 там с копеечкой там. Такого плана. Ужас, друзья, ужас. А чувствую себя хорошо. Вот, на чем с вами и прощаюсь.